Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП в аэропорту Шереметьево. Боинг, влетавший в Афины, насмерть сбил человека во время разгона. Это кадры ночной оперативной съемки. На взлетно-посадочной полосе обнаружены фрагменты тела и одежды. Личность погибшего установлена. По данным информагентств, это гражданин Армении, депортированный на родину из Испании с пересадкой в Москве. В Москве при взлете самолета Boeing 737 с сообщением Шереметьево-Афины одно из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ну, как стало известно, этот мужчина устроил драку на рейсе Мадрид-Москва. Его доставили в отделение полиции в транзитной зоне аэропорта, а затем сопроводили к выходу на рейс в Ереван. Однако при посадке в перронный автобус дебошир попытался скрыться и побежал в сторону взлетно-посадочной полосы. В нашем распоряжении оказалась запись переговоров пилотов Боинга, сделанная в момент взлета. Ну, мы все сделали, контрольный выпуск шасси, сделали уборку. У нас все нормально, никаких отказов, ничего сам не видно. Думаем, что заяц там не мог нанести повреждений каких-либо. Продолжаем полет. На фюзеляже Боинга после приземления были обнаружены небольшие повреждения. Его полеты временно приостановлены, а ночью на некоторое время была прервана работа самого аэропорта. Сейчас все рейсы отправляются по расписанию.